17 апреля 2017 года на оперативный пункт оперативно-координационного центра в 3 часа 32 минуты поступило сообщение о возгорании частного жилого многоквартирного дома по адресу улицы Богдана Хмельницкого, 45, город Одесса. По прибытию первых подразделений было установлено, что огнем охвачен второй этаж, а также чердачное помещение. Пожару был присвоен повышенный номер вызова, пожар 1 бис, подано 5 огнетушащих стволов. В результате возникновения пожара пострадала женщина, хозяйка одной из квартир. В настоящее время причина пожара устанавливается.